У Зарбинском районе выявлены крадеж 350 литров дизельного палива. Факт правопорушения был установлен в ходе профилактичных мероприемств, которые проводились сотрудниками УУС Гродинского облаканкама. Так, у дворы дома, где проживает 53-годовая женщина, выявлено 350 литров горючего. Со слов громадянки, палива было присвоено после чистки емистостей на нафтобазе. Она имела намер выкористовывать выкраденное у особистых метах. Справа у тем, что женщина працует оператором заправочной станции у одним из мех двору. Деянием жихарки Зельвинского района будет дадена правовая оценка.